Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. У нас сегодня тортик. Вот такой тортик у нас сегодня. Мы решили отпраздновать окончание третьего класса Даши. И вот я по этому случаю решила испечь тортик. Домашний бисквитный торт. Будем пробовать. Да, конечно, тебе, Даша, подожди. Есть повод, поэтому вот такие вот вкусняшки у нас. Да? Кусташки, мармеладки. А сколько там слоев? Ну, три коржика. Три коржика? Бисквит я испекла и разделила. Коржик, карамелька. И разделила, вернее, Денис разделил. Папа, Денис. Потому что я бы криво это все сделала. Здесь у нас сметанный крем, начинка чернослив, грецкий орех. Запах. Пропитывался он у нас. Долго, сутки. Спасибо. Вкусничий молочный, девочка. Ням-ням-ням, фарням. Ты заметила, сколько эмоций у детей? Это тебе. Даже не борщ. Даже не плов. Деткам надо десертик иногда. Это торт. Домашний торт, это очень хорошо. Это лучше, чем... Мама, что такое? Чернослив. Мама, это то вкуснее, чем молочная девочка. У меня молочная девочка. Отличная заявка на победу. Угу. Всегда, мама. На следующий наш день только это делает. Ой, ну ладно. Разогнались прям вот. Смысл? Мягенький получился. Здесь. Пропитался. А я... Слушай, бисквит вообще просто супер. Воздушненький получился. Я нашла, кстати, бисквиты печь. Он у меня такой высокий получился. Я купила себе разъемную форму. На Валберисе заказала. Там можно диаметр от 16 до 30 делать. И разные диаметры тортов. Мама, а помню, давно только торт брали. Торт с ракушками такими шоколадными. Да, помню. Мы брали в кондитерской на Октябре. Да, я помню тоже. Это когда Лёша родился? Лёша родился, мы с гитарами покупали. А ты что не ешь чернослив? Не любишь? Он делал вкуснее. Даша, он внутри-то тоже чернослив-то этот. Да, вкусно. Вот. Сверху ты просто не ешь. Фантастика. Вкусный домашний тортик. Бабушку звали, она сказала завтра попробовать. Надо было еще не вокруг торта положить. Ну. И еще посередине. Скажу так, мой медовик превзошли, да? Думаешь, почему? Твой тоже вкусный. Прям. Обалденно. Здесь можно экспериментировать. Здесь можно также испечь тот же самый бисквит. Также разделить, допустим, прослойку, начинку, сделать другую. Там, допустим, сливки взбить. Со сгущенкой будет очень еще вкуснее. Да, будет. Кстати, да. Вообще будет обалденно. Крем делать как на молочную девочку. И будет во. У нас сейчас сливки такие дорогущие, это вообще. Понимаете, берешь сливки, и то они могут еще не сбиться. Это вообще обидно, досадно, как у нас было недавно. Да. Но если забьются, то хорошо, но будет дорого. Потому что сливки стоят вообще около 500 рублей. 400 копейка. Вот. Может быть, иногда посмотрим, может быть, скидки, акции, такой, если бери, будем делать. Хорошо. Будем посматривать. Ну что? Ну, сливки дорогущие. Да. Это вообще безумные цены. Слушай, ну прям... Как будто готовил профессиональный кондитер. Да ладно. Здесь так профессионально. Кондитер. Нашли кондитера. Ну все, мама. Мама будет совершенствоваться. Мы его запатентовали. То есть все, можно выпускать теперь его в серию. Я буду другое пробовать уже. Ты же знаешь, я люблю одну и ту же. Ну, начинка будет другая. Угу. А бисквит-то будет тот же самый? Я хочу другую начинку. Я согласен, с начинкой другой мы можем смириться. Угу. Бисквит давай.
Вот этот вообще обалденный. Это чай никто не пьет? Или тоже ни одного лотка еще не сделала? Все занято. Я тоже. А тогда это о чем? О том, что он не приторно сладкий. Не хочется его прям запивать постоянно. Ты тоже половину съел. Сахара здесь мало. Он сочный. Ну поднимай что-то, руки. Ну что ты тут сюда все убери? Здесь сахара немного, поэтому его не хочется. Вместо такого сахара в бисквите получается 150 грамм. И все. А и в сметане там сахарная пудра ее немного. Это и на пользу. Летом по полкило сахара. Воду, да? Послаще было. Но если тут будет сгущенка, то, конечно, послаще будет. Ну да. Со сгущенкой тут, конечно, сладость в разы увеличится. Да, и микробы у нас в организме увеличатся. Давайте не будем сейчас про микробы. Давайте только хорошее. Они-то там попируют. Кто не знает, Даша окончила с 1-3. А хорошо, окончила, у нас уже 2 четверки, остальные 5. У нее по русскому, по математике 4, а остальные 5. Хорошо. Я считаю, очень-очень хорошо. Да? Поэтому мама решила порадовать. Мы тут после ужина, как бы не сильно такие голодные. Ну, мне кажется, кое-кто бы от добавки не отказался. Нет, не буду. Не буду. Серьезно? Я сыплю. Это уже обязательство. Ну, до завтра, завтра. Завтра, конечно. Завтра будем его есть. Все, спасибо, всем пока. Не, ну торт просто фантастический, да. Я согласен. Ну, я бы не сказала, что фантастический. Да, он фантастический. Домашний фантастический торт. Как он называется? У него есть название? То есть мы его можем назвать как хотим? Ну, просто... Бархатный торт. Бархатный торт. Интересно. Ну, честно, даже на чай не тянет. Угу. Даже Паша водохлеб у нас. И то не пьет. Пережевывает пивками. Ну, орехов здесь так ушло. Сколько у меня? Грамм 250, наверное. Молодец у нас мама. Ой, завтра. Ну, мне кажется, вам будет чем заняться. Мне кажется, можно девочка лучше. Ты еще хочешь? Маленький. Нет, все, на ночь не надо, уже поздно. Завтра проснетесь. Да масявенький. А то он не наелся. Масявенький. Наелся? Масявенький можно, маленький. Ладно. Мама у нас не ворчит, значит можно, ладно. Налегай. Масявенький наш. Папа не хочет, сыты. Я наелся, мы же вот тут не так давно кушали. Ну да. Поэтому. А я забыл, что я мало съел. Если бы это было за место ужина, там бы. Я бы сейчас второй же такой же отрезал себе, кстати. Даже бы не засомневался ни на сколько. Я бы все съел, добавки попросил, я бы даже первым не доел. Ну, в принципе, мы смотрели, и так полторта съели. Так, следующий у нас какой день? О, 29 июня у мамы день рождения. Собак.
У мамы, у бабушки твоей. Ну так-то можно 12-го. А что 12-го? А у нас день города. У Баба Люды? И у Павлика будет, Павлик приедет с соревнований, которые были впервые в жизни. Ну, мы приедем 13-го только, не 12-го. 13-го мы будем дома. Это, Паша, не стучи ложечкой, пожалуйста. То есть испечь тортик в честь вот такого события, да? Ну да, у Павлика будет первое серьезное футбольное соревнование. Ну давай, испеку. Мама, дай тортик. Как я его разрежу сама аккуратно? Или опять сейчас это? Тебя-то не будет? Мама. А кто мне будет бисквити, бисквити разрезать? Да, знаешь, сколько мы будем дней в поезде ехать в Хабаровск? Ночь. Ночь. 13 мы будем. Ой, фантазер вообще. Фантазер. Вот это все. Ладно. Пашке просто хочется попутешествовать. Он уже давно не путешествовал. Ну, будет время, да, сделаю. Почему? А папа тут сейчас вот прям весь в раздумье. Где же ему заночевать там? Да, может быть, кто-то есть в Хабаровске на самом. Ой, не надо. Пишите. Не надо. Может быть, приютите на одну ночь. Я не пойду, так что можете даже не писать. Имей там вот. Кстати, там в Хабаровске кто-то нам, по-моему, писал. Нет, спасибо. Я... как-нибудь сам. Дениску приютят. Я как-нибудь уж сам приютюсь. Одинокая женщина. Приючусь сам там. Симпатичная, фигуристая, скажет. Да, да, о, да, Дениска. Я свободна сегодня. Я жду тебя, детка. Дениска, с чем у нас это... Ладно, проехали. Не будем сейчас пошлости. Пошли, пишите, пишите. Да, да, да. Нет, не надо. Так, хватит тарабанить. Включи ты ложкой это. Лёша спишь, что ли? Слушай, знаешь, как будто обалденно, наверное. Не знаю, сливки сочетаются конечно, с вареной сгущенкой. Конечно. Я ж так, я вот, допустим, так и делал. Сливки я с вареной? Я вот, да. Помнишь тот крем обалденный, который вот этим нравился? Я варил сгущенку. Ну, варить это капец. Ну, я варил, я не покупал, потому что вареная, ну, у нас не очень хорошая продается. Вот эту белорусскую отваривал. Только она варится. Ну, часа 3.5 где-то так. Ну, уже когда закипает. Это надо на ночь ее как-то там. Само собой, это надо заранее ее варить. Не в этот же день, одной это хотя бы хватит? За сутки. Ну, мне хватало. Вот брал, вот получается, смотри, упаковку сливок 0,5. Что за? Банку сгущенки. Сбивал сливки прям вот обычно, а потом туда еще банку вареной уже сгущенки. И вот этот крем. Во. А можно и не вареный, можно и вареный. Нет, он, если не вареный, жидко сильно получится, потому что сливки они... Так, молочная девочка так и делается. Ну, я с вареной делал. Ну, я тебе просто объясняю. Ну, крем на вареную на девочку идет сливки и сгущенка. Хорошо, понятно. Все поняли. Ну, вообще можно и отварить, если заморочиться. Если заморочиться. Вообще ее отварить-то можно прям вообще заранее, хоть за неделю. Хоть за месяц, без разницы. Она вон будет стоять, тебе ничего с ней не будет. Это сгущенка вареная. Также бисквит разрезать и кремом этим смазать. Тут только кто резать-то тебе бисквит будет? Ну да. Ну, если ты только сама. Все. Сама, кривокоса. Да, нормально. Я вам буквально за 2 минуты все аккуратно располосовал тебе. Ну, можно попробовать. И ничего, вроде вон все ровненько. Ладно, сделаем. И делал это вообще на глаз, вот скажу. Он просто взял нож на глаз, так... Ладно, что ли? Ну ладно, все, дорогие друзья. Вроде не хотели, а вот об этом. Будем прощаться, ставьте лайки, комментарии. Всем до новых встреч, увидимся. Пока-пока.